после долгих лет в подземелье воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. 20 лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямантау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямантау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощение, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты! Костер! Люди! Там люди! Тормозите! Тормозите! Огневой контакт! Четверо, дрезина! Артём, ты как, цел? Я кормлю, бабай! Один цилиндр накрылся! Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали! Проклятье! Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья, они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр. Могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда, узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять, еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артемом, как усиление? Нет, пока в ситуации не разберемся от Авроры ни на шаг. Пошли, они, Артем! Они в паре уже работали, справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Новая модель, походная мастерская. В поле вещь незаменимая. Инструкция внутри. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Пойдем, Артем. Вы там осторожнее только. Ладно. Странный блокпост этот. Из говна и палок. Не очень-то они были на солдат похожи, а? На регулярную армию. Какие-то. Осторожно там. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то, тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ.
Но охраны нет, похоже, мирные. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Мир тебе, добрый человек. Святой отец Силантий как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету истины. Народ у нас мирный, не стоит их пугать. Всевышний милости и дарует прощение и отпущение грехов всем отринувшим бесовское искушение электричеством и прочими соблазнами дьявольскими и дарует спасение. Правда, Боже, я уже и не надеялась. Мы с дочкой тоже не отсюда. Силантий нас уже год в церкви держит. Да, мостовики говорить с еретиками не станут. А я все-все расскажу, уж насмотрелась за год-то. Ох, техноборцы! Подручные Силантиевы явились. Он их как и здешних окрутил, только эти с ружьями. Уходите! Тут спуск есть, а на пристани лодка стоит. И у нас есть, только маленькая лодка. Артём, она дело говорит. Уходи к лодке. Женщине позже поможем, не переживай. Уходи. Где тут еретик этот? На лодке пришел. Аккурат пробовать. Вот что! Еретик! Артём, ты прикрытие смотрел. Буду встречать женщину с ребенком, но ты справишься, я знаю. Ты как, цел? Молодчина, а то я уже волноваться начала. Там такой шум будет, ну ладно. Артём, я встретила Катю и Настю. Увидимся на Авроре. Вместе с Катей. Тебе туда, похоже, сейчас будет проще заплыть, чем пешком. No!
Паря! Ты... Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хоть мутанты, а дело знают. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали. Эй, братка, ты куда? Ну так я себе хрен и дрить за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, что да как. Ну ты того, не хочешь, не слушай, а то у меня ну и даром не надо. Тут все логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Кстати, чуть не забыл. Держи подарок. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Да... В общем, братка, у меня этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. У деревенских махрой разжиться успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Вот, ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту не пускают. Ну, я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного... Thank you.
хорошим! Аня! Что с тобой, Аня? Черт! Хорошо, Артем нашел. Что это за место вообще? Артём, выручай. Мы пойдем назад, наверное. Ну что, привет, сработать. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Спасибо, не подведу. Ладно уж. Сожру. Привет, Артём. Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь! Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Но мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. Отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца об асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Костя, не пущу. Мы в 4 руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься? Ну, Артём, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост – основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли. Ух, страшное дело. Из стальки передряг меня вытащила. Артемыч, раз уж ты... Молодцы, что батю уломали. Аня, спасибо вам с Артемом, что помогли. Артем, ты же к терминалу? Может, князя встретишь? У него там МП на мосту в вагоне. Артем, тут тебя Настя попросить хочет. Говори, Настя. Дядя Артем, а вы Мишку моего найдете? Молодец, давай теперь я. В общем, демоны где-то на цистернах гнездятся. Глянь, вдруг эта погонь туда Мишку занесла. Понимаю, звучит странно, но это ей отец подарил. Она теперь ехать без него никуда не хочет. В общем, буду у тебя в долгу, если ты этого Мишку вызволишь. Шеей рисковать, понятно, не надо. И еще. Я там гитару слышал. Звучит хорошо. А вот гитарист — это кошмар. Я, конечно, понимаю, опасно, все такое. Но если получится, спаси инструмент. Эй, это что у вас за концерт по заявкам на рабочей чистоте? Боец на задании. Нехер.
какой-то ерундой. Все, все, товарищ полковник, уже ничего. Распустил я вас. Ладно, конец связи. Артем, Мельник на проводе. Даю координаты князя. Он в дозоре, мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Thank you.
как, паря? Достал дрезину? Да, слышу, слышу, тарахтит, родная. Ай, молодца! Теперь тебе к лобиномойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там не хи, прям скажу. Все как есть бандиты. Так что, если чё, то и как говорится. Артём, поднимись в рубку, дело есть. Thank you.
Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. Охрана, человек 15. Четверо утра по на баржу, по краям пирса, часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вызови часового. Ну, собак! Охрана, человек 15. Четверо утра по на баржу, по краям пирса, часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Ну, гадина! Князь, слева от ангара. Прием. Прямо к себе. Противник, часового. Огонь! Его заметили! Огонь! Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, кто живой там? Слушай мою команду! Оружие сложить и сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего. Да и они все после заутренней сонной будут. Артём, князь, мы того. Приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костер. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговать будет, а? Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки! Удачи! Мы его излученный корягу поймали, весь борт разворотил. Пришлось там мель зажать. Князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Явились ведь, как отец Силантий говорил. Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на заутренней не был. Кто это там, а? Что значит стало? Фортион, еретик это! Oh,
и разверзлись небеса, и пал на землю грешный. На тебе, Гэр! Добрались, значит, еретики проклятые. Катерину увели и до меня добрались. Ух ты, шустрый, Артём. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь! Ну, вот и молодец! Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит. И останавливаться нельзя, мост рухнет. Вам придется прыгать. Это князь, мы тут договорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять и пойдем малым городом. А, и останавливаться не будем. Прием. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артём!